привет! Друзья, сегодня я приготовлю красивый, яркий и очень вкусный салат с оригинальной заправкой, который называется магнолия. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала приготовлю заправку. В чашу блендера я нарезаю 2 вареных вкрутую яйца. Также нарезаю 5 крабовых палочек. Сюда же добавляю яблочный уксус, горчицу и все хорошо перебиваю блендером. В полученную массу я немножко добавляю рассола из консервированной кукурузы и все хорошо перебиваю блендером. Нужно, чтобы масса у нас получилась кремообразной. Заправка у меня готова. Вот такой вот однородной, кремообразной она должна у вас получиться. Заправка не должна быть слишком жидкой. Я взяла одноразовый кондитерский мешок, взяла кондитерскую насадку «Звездочка» и теперь полученную заправку я перекладываю в кондитерский мешок. А сейчас крабовые палочки, вареные яйца, которые остались, и вареное куриное филе нужно мелко нарезать. Собирать салат я буду в кондитерском кольце. Кольцо я установила в диаметре 18 сантиметров. Кольцо я обмотала пищевой пленкой и установила его на блюдо, на котором я буду подавать салат. Первый слой — это курица, которую я немножко посолю и покрою заправкой. На курицу я выкладываю половину консервированной кукурузы, остальную половину я оставила для украшения. На кукурузу я выкладываю яйца, которые посолю и покрою заправкой. И последний слой — крабовые палочки. Салат я сформировала. Убираю кондитерское кольцо и пищевую пленку. Сверху салат украшаю заправкой, которая осталась. В центр салата выкладываю кукурузу, которая осталась. Салат магнолия готов! Салатик по этому рецепту получается красивым, праздничным, оригинальным, легким и очень вкусным. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.
Обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!